Нурмагомедов. Чем вам запомнился этот чемпионат? Какая была здесь атмосфера? Во-первых, прекрасный дворец, который был, вот я уже сказал, построен для концертов, для музыки. Но эту музыку на ковре сыграли, в общем-то, наши прекрасные ребята. Поэтому это, безусловно, невозможно не запомнить. Но и зрители. Давно не было в Москве на борьбе столько зрителей. И приятно, что приехали из Дагестана. Мы организовывали для них тоже автобусы бесплатные. Поэтому все это вместе сделало вот этот давно ожидаемый предолимпийский большой борцовский праздник. В каждом весе мы видим представителя в зеленой такой форме, красивой, да, новой. Поэтому давно, я думаю, не было в каждом весе финалиста. И очень приятно, что в тяжелом весе финалисты. Очень приятно, что 86 Кадиев, который неделю назад выиграл первенство России в Грозном, здесь вышел финал. То есть очень хороший результат показали наши ребята, поэтому, конечно, мы довольны. Абас Гаджимагомедов тоже произвел, можно сказать, фурор, показал яркую борьбу по его результату, что сказать. Ну, вообще вес 65 килограммов, вы видели по эмоциям, по драматике, наверное, был самый такой ожидаемый и самый, в общем-то, драматичный такой. Но Абас Гаджи, перейдя в 65, просто произвел фурор. Здесь все за него болели. И, конечно, он победил красиво. И ждем от него результата в финале. Хотя здесь не хочется говорить, у нас есть по два участника от Дагестана. Поэтому мы там, где два участника, обоим, разумеется, желаем успеха. И там победить сильнейший. Тяжеловесы. Тяжеловесы тоже наши, в общем-то, оба наши парня. Один, правда, выступает за Краснодар. Поэтому приятно, что Шамиль Мусаев, также перейдя впервые тяжелый вес, показал отличный результат. Самое главное, технические действия от него мы видим. И прекрасно выступил. Ну и Абдул-Рашид Садуваев, Алихан Жабраилов. Эль Классико, так скажем, в борьбе. Ну, 97 килограмм, в общем-то, давно этот вес закрепился, да, за нашими ребятами. И сегодня вот два очень достойных таких борца, самых достойных в этом весе, вышли в финал. И, конечно, от них ждем завтра очень красивой, яркой, незабываемой борьбы. Ну и ожидания от заключительного дня соревнований. Ну, мы говорили о том, что, значит, нам бы так медалей 7 золотых, да? Высокая планка. Мама. Да, высокая планка. Ну, посмотрим. Посмотрим, минимально мы так были согласны на 5. И где-то вот тут вот истина, наверное, будет где-то. Наши тренеры на сборах, когда у них спрашиваешь, обычно страхуются и скромно говорят 4, да. А в итоге получается 6, 7, 8 последнее время, да? Ну, мы амбициозные ребята, так что, конечно, мы ожидаем очень, самое главное, красивой борьбы, да? Самое главное, ярких таких зрелищных схваток. Не скучной, а очень зрелищных схваток. А там, кто лучше готов, кто больше хотел, больше желал, наверное, тот и победит.